Друзья, всем привет! Ну что, приступаем? Нам понадобится вареная свекла, вареные яйца, сыр, крабовые палочки, чеснок давленый, соль и майонез. Приступаем. Итак, натираем сыр на крупной терке. Режем небольшим кубиком крабовые палочки. Далее измельчаем яйца. Я нарезаю их ножом. Можно использовать яйцерезку. Берем свеклу и натираем ее на крупной терке. Добавляем измельченный чеснок. Соль по вкусу. И майонез 2-3 ложки. Можно использовать сметану. Хорошенько все перемешиваем. Все, наш салат готов. Украсили мы его еще петрушкой. Будем кушать. Друзья, если вам понравился этот рецепт, поставьте пальчик вверх, напишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.